главного судьи. И поехали. Поехали. Подкат. И команда Unistrike 1 сразу же хватают флаг и делают минус один для команды Wimpel. Смотрим, что будет дальше. Активно ребята поливают друг друга, пытаясь выбить из своих позиций. Мистер Гигагерц пишет: Андрей Евгеньевич. Евгеньевич сегодня будет большую часть трансляции находиться на поле, общаться с игроками, записывать оттуда, для того, чтобы сделать для вас потом какой-то большой видеоролик. Периодически он будет подходить в комментаторскую рубку и помогать также комментировать. Плюс, возможно, позовем кого-то из участников команд, может быть, из тренеров, для того, чтобы пообщаться. Итак, первый раунд у нас за командой Unistrike. Начало матча, начало раунда, и команда Unistrike забирает сразу же флаг. Ловким подкатом и быстрым хватом флаг оказался у центрального игрока. Адо-З спрашивает, где наш краснодарский гость, какой именно, подскажите. Пил, да, совершенно верно. Пил задает вопрос, что только ли здесь одиночный огонь. Совершенно верно, только одиночный огонь может быть в спецсофт матчах. Помимо этого, сразу же отвечу на вопрос, который чаще всего задают, какой тюн. Тюн не более 125, 0 вторым шаром. Использование гранат запрещено. Щитов использование запрещено. Никаких лазерных целеуказателей, никаких фонарей. Коллиматоры, если нужно, можно использовать. И команда Unistrike получает свои баллы за этот раунд. А я чуть не получил шар, который прилетел к нам в комментаторскую рубку.